вашу собаку не трогала. Вы позились на мою собаку. Я записала номер. Лично. Ваша собака на поводке. Ваша собака кинулась на нашу собаку. Записывайте это тоже. И без намордника с ним. Здрасте. Эта женщина снимает нашу собаку за то, что их собака кинулась на нашу. Они угрожают нам, что они будут подавать исковые заявления. Подавай! Моя собака кинулась на нашу собаку. Она гуляла без поводка, где без хозяина. Кричал. Где поводок? При чем здесь поводок? Надо держать просто собаку. На собаку. Он не напал на собаку. На собаку напал, на нашу собаку. Как он на нашу напал? Собаку. Как он напал? Он кинулся на него. Слышь, он рычал и гавкал. Вас дружище, рядом даже не подошел? Было. С разгоном не сбил. Ну а то, что ты ему сейчас ногой он органы это отбил, это нормально? А второй раз он на него почти кинул. Второй раз? Второй раз. Вначале вылетел на него, кинулся. Ни собаки, ни вызывайте собаку. Вызывайте полицию, если вам вызывайте, нравится. Пожалуйста, ребенка. Ну только я за собаку отвечаю, да? В данном случае речь идет не о собаках, а о том, что человек...